Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Імунна система кожної людини здатна оберігати нас від вірусів, бактерій і навіть поганого настрою. Чи потрібно піднімати імунітет самотужки, дізнаватимемося від гостя, яка прийшла до нашої студії. Олеся Корсунська, головна експертка за напрямом імунологія Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Дуже рада бачити вас, пані Олесю. Добрий день. Тож, з приводу імунітету, взагалі, люди звикли два рази на рік пити вітаміни і якимось чином імунітет підвищувати. Чи правильно це? І взагалі, що ж робити нам з імунітетом? Як дізнатися, що він в нормі? Очень хороший вопрос. І я хочу сказати, що, наверное, не случайно Всемирная организация здравоохранения именно сегодня, 1 марта, первый день весны, выбрала как день, который защищает и нас всех наводит на мысли об иммунитете. Потому что все просыпаются после зимы, всем хочется любить, творить, но для этого нужны силы. А для этого надо здоровье. И для меня, и как для каждого, здоровье – это равняется правильно работающая иммунная система. Я хочу сказать, что иммунитет не надо, в общем-то, ни укреплять, ни что-то еще с ним делать. Его надо правильно с ним обращаться. Поэтому, вот, чтобы он работал правильно, здесь главные два фактора. Первое – это здоровый образ жизни. Звучит скучно, но тем не менее это выполнимо. И второй момент – все-таки обратиться хотя бы раз в год к врачу-иммунологу, поскольку надо помнить, что профилактика всегда лучше самого лечения. И вот взять за правило, как каждый год, раз в год посещение стоматолога, раз в год посещение гинеколога, точно так же в профилактические осмотры следует вести для себя лично консультацию врача-иммунолога. Ага. Потому когда он не болит иммунитет. Проблема в том, что иммунитет не болит. Когда уже происходит заболевание, то уже мы говорим о том, что раз организм допустил болезнь, значит иммунитет уже что-то где-то не сработал. А як дізнатися, що з вашим імунітетом все добре? Чи є якісь аналізи, можливо? Чи якось імунологи дізнаються? Якісь, можливо, треба складати, так? А можливо і ні. Можливо, просто імунолог може запитати і, відповівши на ці питання, він отримає картинку хоча б якусь, так, яка буде свідчити про те, що з вашим імунітетом все добре. Совершенно верно. Самостоятельно лечить или обследовать свой иммунитет – это все равно, что самостоятельно лечить, прошу прощения, чинить автомобиль. Да? То есть профессионал должен заниматься своим делом. Поэтому, чтобы понять, все ли хорошо с иммунной системой, врач-иммунолог назначает такое обследование, как иммунограмма. Сдается анализ крови, в котором показывается количество клеток, только тех, которые отвечают за работу иммунной системы. И только доктор поймет, что в данной ситуации надо. И даже если организм здоров, по иммунограмме уже понятно, где есть слабое звено в вашем организме и что надо предотвратить. Потому что предотвратить всегда намного легче и дешевле, чем лечить уже патологическое состояние. А скажите, пожалуйста, пані Олесю, чи завжди були ось такі правила, норми, які повинні би закладатися в картку обов'язкового огляду? Чи завжди люди могли піти до лікаря і отримати направлення від лікаря-імунолога, так, якщо немає таких причин? Зовсім ніяких. Чтобы сдать иммунограмму, конечно, лучше сначала прийти к иммунологу. И неважно, то ли это по направлению своего лечащего врача семейного, то ли самостоятельно. Каждый пациент может прийти, и врач-иммунолог назначит то обследование, потому что в иммунограмме есть очень много показателей, исходя из того, какие у пациента жалобы, анамнез заболевания, чем болели его родственники, чем он раньше болел, какие оперативные вмешательства были. Тут уже врач сориентирует, какие именно показатели иммунограммы надо будет смотреть для того, чтобы ничего не пропустить. И тут каждый сам может спокойно набрать доктора и сказать, я хочу. Я хочу проверить, здоров ли я. Так, а з приводу того, як люди п'ють вітаміни кожного року, і ми пам'ятаємо, що в цілях профілактики це робилося два рази на рік – навесні і восени.
Ну, да. Так? Ну, чи да. потрібно зараз це робити? Зараз вже весна, і всі розуміють, що, можливо, недостатньо було сил, і організм багато чого витратив, і ми пережили таку зиму непросту, і ще й далі, і віруси, і все решта нас доганяють, і хочеться, звичайно ж, якось себе допомогти, поддержать, так? Підтримати. Що робити? Тут теж дуже такий важливий момент. Прийнято вважати, що вітаміни можна приймати... какие хочешь, зашел в аптеку, взял себе комплекс мультивитаминов, особенно, да, все любят. Порайте, будь ласка. И будет здоровье. Да. Вот, ну что я хочу сказать. Гипервитаминоз, он не менее опасен, чем гиповитаминоз. Угу. То есть перенасыщение организма порой не менее опасно. Плюс симптомы, то есть жалобы пациента гипервитаминоза очень часто схожи с гиповитаминозом. Например, при передозировке витамина А будут выпадать волосы. Ко мне приходят пациентки, которые жалуются, что у них выпадают волосы. Они говорят, ну я уже годами пью эти витамины, они все, эти волосы выпадают и выпадают. Не надо так делать. Приходим к доктору. Доктор, исходя из жалоб, опять-таки, наводит врача, врач понимает, какой анализ надо сдать, какой микроэлемент или витамин надо обследовать, потому что всю таблицу Менделеева мы не будем сдавать, а только то, что действительно надо, и того, чего не хватает, мы принимаем. Потом, следующий момент. К примеру, ну, возьмем любой витамин. Пусть будет витамин, ну, пусть будет витамин D, да? Так, это зараз те, чего нам не вистачає. До речі, кажуть, и влітку его не вистачає. Багатьом людям. Да, кто прячется от солнца. Поэтому тоже надо смотреть. Мы понимаем, что витамин D, да, он синтезируется в коже, он синтезируется под действием ультрафиолета, поэтому, когда мы мало бываем на солнышке, у нас мало витамина D, но мы понимаем, что витамин D, он способствует усвоению кальция в организме. Поэтому, если у нас будет мало кальция, то гипервитаминоз витамина D приведет к тому, что этот кальций будет синтезироваться из собственных костей, что может привести к остеопорозу, что сведет за собой ломкость костей, переломы. В общем, все взаимосвязано. Все в норме повинно бути, так? Все должно быть именно в том количестве, как придумала природа. Угу. А якщо ви, наприклад, часто хворієте, і можна подумати, що у вас, можливо, низький рівень імунітету, то самому люди дуже часто, знаєте, як п'ють, можливо, не завжди вітаміни, бо зараз багато чого про це пишуть, ехінацею, чи можуть там взяти щось для покращення імунної системи. Ну, не знаю, там робити якісь з медом, лимони, там інжир, курагу додають. Ну, тобто роблять в домашніх умовах ось такі. Ну, до речі, це, можливо, і непогано. Можливо, можна їсти це в необмежених кількостях, і все буде добре. Ось як природні речовини можуть впливати на ваш імунітет? Я скажу, що это очень прекрасно, когда то, что мы съедаем, оно правильно и оно положительно влияет. Но всегда надо помнить о том, что передозировка некоторых продуктов может привести к побочным эффектам. Мы понимаем, что, например, не всем подходят те продукты питания, которые в данный момент содержат тот витамин, который даному пациенту надо. Поэтому все это хорошо, но в разумных пределах. Угу. Взагалі перенаситити організм можна чим завгодно, так? Безусловно. Треба просто розуміти, які треба норми мати і який же для вас особисто баланс. Да, якщо це верно. Дитина, наприклад, доросла людина і люди похилого віку, то чим може різнитися ось той баланс тих правильних от харчових продуктів навіть, так? Чи вітамінів, які нам необхідні? То, что касается возрастных категорий, да, надо понимать, что, например, ну, возьмем первый продукт, который человек пробует, когда родился, это грудное молоко. Кстати, с грудным молоком ребенок получает первый природный иммуномодулятор, потому что, хоть вроде мы сейчас и не затрагиваем тему грудного вскармливания, но я хочу сказать, что с грудным вскармливанием именно женщина защищает уже малыша от болезней, которые более подвержены ребенок, который на искусственном вскармливании. Так вот, то, что надо в младенчестве, то не есть хорошо людям пожилого возраста, потому что с возрастом, к примеру, молочные продукты уже хуже усваиваются организмом. И с разной возрастной категорией будет различный рацион питания, который нам нужен.
это зависит и от образа жизни, это зависит и от физических нагрузок, и от эмоциональных состояний, и от того колоража, сколько мы съедим, сколько мы потратим. И, безусловно, все должно быть сбалансировано, и очень хорошо, когда люди, заботясь о себе, они могут правильно питаться и ходить к диетологу, и учитывать показатели своих микроэлементов и витаминов в крови. Безусловно, это все отражається і на роботоспособності, і на внешньому виді чоловіка. Угу. А якщо, наприклад, людина погано починає себе почувати, ну от навесні поганий настрій, сумно, нічого не хочеться, якась, можливо, така реакція сонливості і от взагалі, от такий якийсь, не знаю, пасмурний день, який повністю відображається на вашому житті, чи можна сказати, що тут теж є проблеми з імунною системою і, можливо, вам чогось не вистачає? Безусловно, поскольку большинство витаминов, вот даже тот же витамин D, о котором мы говорили, витамин А, Е, они очень при их снижении в организме происходит депрессия, появляются тревожные состояния у пациентов. А в связи с тем, что мы весной выходим из периода зимнего, когда было мало солнца, когда меньше было гормона радости, который связан с солнечными лучами, то это надо задуматься, что такие вот грустные дни бывают связаны не только с тем, что какие-то есть реальные проблемы, а с тем, что есть проблемы, связанные со здоровьем. И это можно все поправить, проконсультировавшись, получив помощь медицинскую, и заниматься профилактикой болезни, а не лечить уже потом болезнь. А як можна дізнатися, ну, от, якщо, наприклад, ваші перші симптоми, аби не було пізно? Наприклад, якщо у вас випадає волосся, так, якийсь свербіж на шкірі з'являється, чи, можливо, ви в один і той самий період року хворієте, чи можна вже говорити про те, що негайно звертатися до імунолога? Чи за якими показниками це треба робити краще? Я думаю, я в этом уверена четко, что, как в начале передачи сказала, как профилактика, раз в год каждый уважающий себя человек должен посетить иммунолога. Вот сейчас мы, весь мир переживает пандемию, и везде говорят о том, что это проблема иммунитета. И мы знаем, что иммунитет – это армия организма. И если уже какое бы ни было заболевание есть, это говорит о том, что это уже первый звоночек, что эта армия где-то плохо сработала, что не хватает то ли бойцов, то ли не хватает чего-то, что можно увидеть благодаря иммунограмме. Поэтому если есть любая болезнь, значит, уже есть нарушение в иммунной системе. И всегда надо лечить все в комплексе. То ли это заболевание лор органов, то ли это мочеполовая система, заболевание желудочно-кишечного тракта. Есть иммуногематология. В любом случае, я очень хочу сегодня, в первый день весны, в день иммунитета, сказать о том, что, пожалуйста, любите себя, заботьтесь о себе, помните, что мы нужны своим близким здоровыми. Прийдите к иммунологу, убедитесь, что у вас все в порядке. Пані Леся, а скажите, чи багато людей так и роблят, как вы говорите? Чи зараз побільшало у вас пацієнтів? Вот с приходом того, что сейчас мы видим, с эпидемией, так как везде говорится об иммунитете, то да. Вот люди поняли, что есть такая система, как иммунная. И в связи с этим, ну, не настолько, как мне хочется сказать, что мы видим, как много переболевших короной, и мы понимаем, что каждый, который переболел, есть состояние постковидное, и насколько быстро организм восстановится, зависит только работа иммунитета. И здесь вам может помочь только врач-иммунолог. Угу. А насправді треба не лише лікувати ту хворобу, яка у вас є, а ще і потім потурбуватися про вашу імунну систему і, звичайно ж, звернутися і додатково до імунолога теж. Да. Так. І ще наостанок, пані Олесю, хочеться, щоб таки почули наші глядачі, що ж потрібно робити зараз, аби
аби ваша імунна система не страждала, аби вона працювала чітко. Ви вже сказали про ті головні наші от частинки нашого життя. Так, це здоровий спосіб життя, це правильне харчування, сон. Можливо, ще щось додасте. І, звичайно ж, профілактика. Так, ми про неї не забуваємо. Але все ж треба так розкласти зараз по поличках, аби для людей було зрозуміліше. Да, ми вже сказали, що правильне питання – це раз, сон. Да, это два. Причем мы должны понимать, что не такого понятия. На выходные высплюсь за все те 5 дней, которые работал. Впрок не выспишься. Отдых должен быть полноценным. Стараться не перемерзать, потому что стресс холодовой – это всегда стресс для иммунитета. И максимально заниматься физической нагрузкой, насколько это возможно, на свежем воздухе все-таки. Ага, все ж треба виходити на вулицю. Вже погода починає трошечки так сонцем нас радувати. І сподіваємось, що таки навесні воно вийде, вже активніше буде. І зможемо виходити на вулицю. Скільки треба бувати на вулиці у світловий день? І бажано, щоб це була сонячна погода. Але, ну, якщо, наприклад, немає сонця, то скільки часу треба проводити на вулиці? К сожалению, мы не можем столько проводить, сколько это надо и сколько хотелось бы, но хотя бы час свежего воздуха, а еще лучше, если это будут физические упражнения на свежем воздухе, или прогулка перед сном, только чтобы, конечно, не вдоль дороги, да, только чтобы не вдоль трассы, а вот, то, конечно, это будет максимально хорошо и здорово, и это улучшит не только настроение, но и внешний вид. Звичайно, пані Лесю, будемо сподіватися, що наші всі глядачі прислухаються обов'язково, бо ми всі хочемо бути здоровими, ми хочемо, щоб наш імунітет працював, да. А це найголовніше, імунна система відповідає за усе. Не будемо хворіти, якщо він буде у нас міцним. Дуже дякую вам, дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Звичайно ж, дуже вдячні обласному центру громадського здоров'я за допомогу у підготовці програми. Зустрінемось з вами за декілька хвилин. Yeah.